Так. Начнем с вами вот с этой прекрасной песенки. Кто знает, что нужно делать сейчас? Как нужно танцевать? Так, кто знает, кто самый умный? Это танец маленьких утят. Ну-ка, давайте покажите, что нужно делать. Не знаете? Смотрите на меня. Клювики, крылышки, хвостики. А теперь по кругу бежим и крылышками машем. По кругу побежали. Полетели все. Полетели, летим, летим, летим. Летим, летим, летим все по кругу. Разворачиваемся, в другую сторону летим. В другую сторону. Не расходимся, в другую сторону. Вот, молодцы. А теперь сначала, как вы говорите? Клювики. Поехали вот так. Крылышки, хвостики. Поехали. А я смотрю, кто лучше всех делает. А теперь нужно парами взяться. Давай с тобой покажем за локти вот так. Все парами беремся и вот так скачем. Поехали. Перехватываемся. В другую сторону поехали. Так, молодцы. А теперь мы с вами поиграем в игру, которая называется «Свет найди». Свет. Вы все хорошо знаете цвета. Какой скажут вам цвет, вы должны быстро бежать и искать этот цвет и хватать за него. Слушаем. Зеленый. Так, где у нас? Вот, молодцы. Я смотрю, кто самый активный у нас. Молодцы. Возвращаемся все обратно сюда, в круг. Молодец, возвращаемся сюда. Слушаем, слушаем дальше, следующий цвет сейчас искать будем. Давайте танцуем, двигаемся и слушаем внимательно, какой цвет будет у нас следующий. Синий. Смотрим где. Так, кто нашел? Вот молодец. Вот молодец, девочка. Джинсы, да, синие? Да, с собой синий. Возвращаемся обратно сюда, возвращаемся. Танцуем. Слушай внимательно. Какой был? Желтый! Желтый!
Вот, молодцы, у тебя у самого желтый вот сын. Вот желтый, молодец. Вот молодец. Возвращаемся все обратно. Молодец. Возвращаемся дальше, танцуем. Слушаем внимательно. Слушаем внимательно. Сейчас скажем. Красный. Красный. Да, вот шарики, да? Красный у кого есть? Вот шарик у нас. Молодец, вот красный. И скорее обратно возвращаемся. И сюда обратно, обратно, обратно. Танцуем дальше, слушаем следующий цвет. Ушки навострили, дружно выполнить задание нужно. Будь внимательным. Внимание! Цвет голубой найди. Голубой ищи! Цвет голубой найди. Возле него замри. Цвет голубой. Вот молодцы, мальчики, шарики увидели. Замри. Цвет голубой найди. Возле него замри. Молодцы! А вот голубой, смотрите! Так много голубого здесь. Обратно все возвращаемся. Слушаем дальше. Ушки навострили, дружно выполнить задание нужно. Будет следующий цвет. А какой пока секрет? Слушаем внимательно. Танцуем. Внимание. Цвет фиолетовый. Найди. Фиолетовый. Ну посмотрим, где. А где больше всего фиолетового цвета? А смотрите где, вот! Вот где больше всего фиолетового цвета. Шарики тоже здесь. Молодцы! Возвращаемся обратно. Остался последний цвет. Последний цвет, слушаем внимательно. Ваших голосов. Давайте, когда я кричу девочки, вы все кричите ура. Когда я кричу мальчики, все мальчики кричат ура. Готовы? Девочки! Мальчики! Родители! Самые активные были мальчики у нас. Итак, слушаем внимательно следующую музыку. Это женская или мужская песня, как вы думаете? Это больше мужская, наверное. Ну-ка давайте посмотрим, как у нас мальчики зажигают. Вы такие зажигательные! Так, а вот это девочки сейчас. Ну-ка, мальчики, посмотрим на них. Давайте, девочки. Молодцы! А это мужская песня! Ну-ка, ребята, покажите классы! Я хочу быть как Джиган. А это девочки сейчас у нас. Девочки, девочки. На чиле, на расслабоне. На чиле, на расслабоне. На чиле, хочу быть на расслабоне. Вот это жаришка! Это мальчики и родители тоже. Мальчики вместе с родителями зажигают. Родители, помогите, поддержите своих ребят. Yeah.
Я смотрю, кто не замер. Двигайся. Поехали дальше, танцуем. Я смотрю, кто самый у нас активный, кто самый умный и лучше всех выполняет задание. Слушаем. Двигайся. Теперь вот такое. Вперед. Назад. Руками. А теперь давайте выберем кого-нибудь из вас. Иди в центр. Повторять все движения за тобой теперь будем. Ну-ка давай, одна выходи. Поехали, показывай нам движение. Давай. Любое придумай. Все повторяют. Смотрите, пришла божья коровка. Ребята, я не божья коровка, я Минни Маус. Вы меня узнали? Похлопайте ладоши, кто меня узнал. Здравствуйте, здравствуйте. А сегодня, между прочим, день знаний. Правда? Ой, мой шарик, он улетел. Захватывайте скорее желание, давайте его подальше забрать. А убежала, меня забыла. Кто? Ой, Микки, ты тут что ли? Ты тоже что ли отправил? Ой, вот, смотри, нет, поймали. Нет, ну поймали все-таки. Нет, походу, он не улетел. Это герой знаний наш будет. Да, хорошо. Ну что, кто меня видит ручку вверх? 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 И все, девчоночки, за мной собираемся в паровозе. Готовы? Все мальчишки за мной. Кто последний, тот, наверное, самая медленная защита. Так, все скорее за мной, Поднимите ручку, кто меня видит? Кто меня слышит? Вторую ручку вверх.
похлопайте себе в ладоши. Берите скорее за руки друг друга, крепко-крепко. Мальчишки в центре остаются. Центр. Давай, мы тебе не верим. Будешь в центре с нами. Да. Микки, а что должны делать мальчишки? Так мы должны выбраться из вашего кружка. Да. Нужно быстрее. А мы тогда будем девчонки попами мешать, будем? Давай, скорее. Машина. Лизочка, ты меня слышишь? Мы потеряли Лизу. Лиза, подходи скорее. Вот сюда, где шарики. Так, вот так. Держимся. Звук поставил. На ручки, мальчишки. Так, мальчишки, а вы выбираетесь из кружочка. Мы попами вам мешаем. Побежали выбираться отсюда. Мальчишки, выбираемся скорее. Девчонки, мешаем им. Так, мешаем, попами им. Вот так, не даем. Стоп, мы не хватаем. Стой. Мы попами мешаем. А мы с ними не вырываемся. Вот так, и ой. Ой, глава закрал. Готовы? И на счет три девчонки будут выбираться. Девчонки готовы? Раз, два, три, раскрутили его! Виктор! Семен! Так, молодцы! Вот так не пускаем их. Галя! Давай, пробираемся! И последние, три! Если у вас есть этот элемент одежды или этот цвет на одежде, вы убегаете. Итак, все, у кого есть красный на одежде, убегаем. Остальные догоняем красный. Ой, меня поймали уже, мини. А меня еще нет. А вон ее догоняем, вот смотри, она вся красная. Вперед за ней. Так, меня догнали. А меня следующий цвет синий. Синий ловите. Синий цвет у кого? Так. Синенький, вот же синий цвет. Так. Ой, все. Белый ищем, белый, у кого белый есть? Я поймал. Так, я тоже тебя поймала, красотка, у тебя ленточки белые. Ленточки все белые. Так. Вон еще облачки некрасивые. Догоняем тех, у кого черный есть. Черный на одежде. Догоняем тех, у кого черный цвет. Давай снова, аккуратней будь. Так, молодцы! А теперь догоняем! Сеты! Взрослые! Догоняем маму, папу, бабушку, дедушку! Ловим их быстрее! Я не взрослый. Герои мам, папа. Не догоняй быстрее! Догоняй! Давай! Ой, давай, лови. Давай скорее, догоняем. Быстрее. А вы отойдите, так же неинтересно. Отойдите, закидывайте. И теперь ко мне все шарики пиши. Отпусти корзинку, отпусти. Так. Микки Маус, дай мне корзинку, ты так все умеешь. Но я не умею, покажи, как надо тогда. А теперь закидывай быстрее к мини. Вон, на мини эта корзинка, догоняем ее, закидываем. Вон, мини, быстрее, закидываем, это же, закидываем шарики, быстрее. И отпускаем ручки от корзинки, убираем ручки от корзинки. Все собрали? Нет, кто же подпишет? Хорошо, это назад. Ой,
Опусти корзинку. Корзинку мы не держим, мы закидываем корзинку. Аккуратнее. Вот так. Кружочек делаем 4. И последний раз говорю, кружочек все мы делаем. Все готовы? Ручки вперед, все достаем. Итак, покажите, какой длиной бывает помидор. Вот какой помидор? Вот такой помидор большой. Большой есть. В свою где голову. Так, в свою голову? Да. А теперь покажите, морковка какая бывает? Покажите суперсилу. Где он? А теперь надо найти фотографа супербыстро. Кто быстрее найдет фотографа, тот сильнее Микки Мауса. Ищем скорее фотографа. Где же наш фотограф? Вон он скорее стоит. Скорее ищем. Вон нашли они уже. Так, чёрным и вот. Давайте с ним познакомимся. Как вас зовут? Светлана, вы нам очень нужны. Светлана, вы у нас будете главным супергероем. Мы сейчас будем задавать ребята разные челленджи. Кто знает, что такое челленджи? А вам нужно будет выполнить, ребята, эти челленджи, а вам сфотографировать. Итак, все готовы? Первый челлендж. И девчонкам, и мальчишкам нужно встать в паровозик и все вместе сфоткаться. Скорее встаем паровозик, да, вот этим мальчишкой. Встаем паровозик, да, вот этим мальчишкой. Так, паровозик, паровозик, это твой брат? Так, так, паровозик собирался раз, паровозик собирался два. Так, паровозик, паровозик. Надеюсь, что паровозик здесь не помала. И ручки вверх поднимаем. Вот и на фотограф отсмотрим. Вот и машем ручкой, и машем, машем, машем. Молодцы, вот готовы к следующему состязанию? Вам надо добежать до вот того городка, и там круто сфоткаться. Все вместе бежим скорее туда. Вперед, 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 ускоряемся. Теперь бежит к шарикам. Фоткаться с шариками. Так, встаем, встаем. Те, кто хочет отправиться в путешествие, за мной паровозик, все вместе. Мы идем вначале в ледяную страну. Так, держимся, держимся, все вместе. Или девочку. Выбирай, вот смотри, девочка кудрявая, синенькая. Иди сюда к нам. Пусти, не трогай. Девочка, иди сюда к нам. Я знаю, девочка, что ты в детстве смотрела мультики вместе со мной. Я уже нашел себе. Держи второй конечек. Мы будем рассказывать сейчас, как надо будет преодолевать. Так, поднимите повыше. Ребята, вот так. Мы идем слева направо. Мы находим. Потом обходим за нашими девочками и обратно возвращаемся. Вот туда подойди, подвинься, сюда, 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 сюда. Вот так, вот так, вот так, вот так. И вокруг идем. И вокруг, вокруг, быстрей. Ой, давай, давай, давай. Так, не заморозься, Клаудия. Вместе с Микки Маусом проходим. Так, я должен нагнуться низко-низко, я понял. Ай. Ты кого-то заморозила, да, меня. Да, заморози сейчас. Ой, мороз, мороз, мороз. Отпал! Отпал, 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 отпал. Не попадаем в отпал. Давай, морозь, морозик всех. Они должны замерзнуть. Не сосунки, ой, поймали. Ну что, сейчас ищем самого ловкого. Кто не попадает в сосунка, тот самый ловкий. И хоп. Так, ой. Хоп. Все, поймали. Хоп, и вверх. Ой, да кто не Когда будет музыка, когда мы будем прыгать, как только музыка остановится, вам надо будет раз и снова.
кусочек сыра. Как только большой, музыка вкусный. Заиграет, вам надо будет прыгать высоко вверх. Не трогаем наш кусочек сыра, иначе мы станем задними. Девчонки, давайте с вами знакомиться. Как вас зовут? Мы нашли еще двух мышек. Наташа? Все понял. Даша и? Аня. Даша и Аня, вы показываете какие-нибудь танцевальные движения, а мы повторяем. Давай! Давай, начинаем! Даша! Ребята, теперь кто попался, у вас сложнее задача. Ваша задача коснуться всех ребят. Все ребята разбегаются, а вы скорее догоняете. Раз, пичу не два, пичу не три, пичу не четыре, пичу не пять, пичу не шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну что, все готовы? Ребята, а давайте с вами поболтаем немножко. Все готовы выдохнуть? Кому нравятся лазалки, ползалки? Кто сюда еще маленьким ходил? Так, у кого здесь друзья лучшие живут? Ну что, все готовы? Я буду показывать эксперименты из вот этого кувшина. Как вы думаете, на что похоже? Азот жидкий, так. Жидкий азот. Жидкий азот. А кто знает, температура жидкого азота какая? Не меньше 160. Еще ниже. 120 градусов. Ты представляешь, температура человека 37. А если там такой горячий, так можно металл плавить, получается. 200 – это еще жарче. Наверное, наоборот, холодно. 2 градуса. 2 градуса – нет. Ниже, опускаем еще. 250. Минус 250 – это очень низкая температура. В ней вообще ничего не обитает. Температура жидкого азота, запоминайте, все готовы? Итак, все коснулись своих ушек, чтобы точно услышать. И запомнили, минус 196 градусов. Минус 196 градусов. И мы сейчас его будем вам показывать. Ребята, ручки прячем за спину. Мы не пытаемся потрогать. Мы попозже все покажем. Так. Мини, давай аккуратнее, не то еще себя здесь заморозишь и всех вокруг. Вот так вот, вот так. Смотри, какой красивый дым. Не трогаем его. Ребята, всем дадут все свое время. А сейчас можете подуть аккуратненько в него. Подуй. Сразу бы туда ног пойдет. А вы где там прятались? Сидите сюда. Так, вы слазьте оттуда, что вы там сидите все. Ребят, слазьте. И делаем шаг назад, мальчишки, назад отходим, мы очень близко подошли. Близко подошли опять. Так. Так, не очень сильно, мальчишки, вы очень сильны. Так, все готовы? Шаг назад делаем. Раз, два, три. Итак, мы возьмем наш научный чайник, красивый, и нальем туда жидкого азота. Аккуратно наливай в него. Не трогай. Не приближайся, ребята, мы вам говорили, отойдите подальше. О, смотри, как бурлит он весь там. Сейчас начнется шоу. Вот так, он прям дышит на вас. Вот так. Дайте, пожалуйста, потрогать, дети маленькие. Ну что, Мини, покажи, как и пить чайники. Вот так вот настоящий чайник оказался у нас. Не бойся, это просто
воздух, просто воздух дыши. Лови его, лови, лови его. Банан у нас, его зовут Денис, он уже зрелый, он уже готовый, и мы из него будем делать фрутоняню. Так, давайте пойдем. Так, давайте, вот эту сторону будем замораживать, или вот эту сторону? Вот эту. Хорошо, эту мы оставим заморозить. И в этой части мы попросим самых маленьких, кому 3 годика сегодня, 3 годика. Иди сюда, красавчик. Я знаю, что нет. Красавчик твой, ты будешь делать фрутоняню. Бей его! Давай, 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 бей! А мы же поднимаем! Давай, давай, да разбивай уже! Давай, 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 смотри, вот так, вот так, вот так! Вот так, вот так, ему конец, все! Все, ему конец! Все! Теперь ваши зрители убедятся, это настоящий банан! Это, он даже приклеился, да? Да! По-моему, эту кашу уже есть нельзя! Это для лялечек самых, у которых зубов нету, да? Вот она, я ее нашел. Где лялечка? Да, сидит. А, вот он самый голодный. Я не только голодный, кажется. Хорошо, давайте мы попросим наших самых голодных ребяток. Микки Маус, выбирай самого спокойного, вот, большого, да, ребенка. Самого спокойного? Самого спокойного. Тогда и они назад сразу уходят. Я в их спокойность не верю. Так. Вот я и верю, пойдем со мной. Смотри, красавчик, тебе надо будет сделать из этого банана. Все видят банан? Он слегка дымится. Нам нужно еще одно фрутоняня. Такое же пюре сделать надо. Давай, бей, бей, бей. Что? Так, и стоп. Ну что, ребята, получилось такое же фрутоняня? Так. Все отходим назад. Я не согласен. Это не фрутоняня. Это не фрутоняня, это какой-то камень. 3, 2, 1. Сейчас. Большой взрослый, у которого уже есть ребенок. Итак, большой взрослый, иди сюда к нам. Итак, можно попросить твою маму, а может быть бабушку, у кого уже 2 раза есть ребенок. Выходите к нам сюда. Как вас зовут? Татьяна. Ну, вы уже родили, свою миссию выполнили, да? Частично. У вас, наверное, есть лишняя рука. Ребята, я не ожидаю. Есть лишняя рука? Левая! Так, левая, да, правильно. На правой надо еще обручальное кольцо носить, да? Как на левую обручальное. Итак, ребята, вы мне верите? Нет, на правой. Обручальное кольцо носит только на правой. На правой, на правой. Левая, на правой. А что, может, не будем? Помянем ваши пальцы. Ходите назад, а то вдруг на кого-то брызнет, а кто-то еще в камень превратится. Татьяна, вы сюда к нам подходите. Я сейчас попрошу вас вот так показать свои пальчики, красивые, замечательные, вот так. Мы уберем вот так. И будем замораживать их в камень, да? Отходите назад, чтобы ни на кого не попало. Ребята, вы будете меня поддерживать? Да. Тогда мы закричим дружно все вместе. 3, 2, 1, рука оторвись. 1, 2, 3, рука оторвись. Все потренируемся. 1, 2, 3. Рука! Молодцы. Так же громко, но только когда я буду поливать. Я буду помогать, но уже без микрофона. Ты серьезно поливать будешь? Конечно. Готовы? Конечно, серьезно. Итак, ребята, отойдите. Отойдите, отойдите. Пристаньте стоять. 2. Все вместе помогаем. 1. Рука! Оторвись! Так, она сейчас не отвалилась, как я понял, хорошо. Да? Руку вам можно пожать. У вас целая рука. Ребята, целая рука. Хотя бы я знаю, потому что у нас в организме есть теплая температура. Красавица ты моя, иди сюда ко мне. Ты только всего знаешь, иди сюда ко мне. Спасибо вам большое, Татьяна. Аплодисменты для самой храброй Татьяны. Итак, почему это произошло? Потому что у нас...
Отлично, у нас есть своя оболочка теплая, и по ней азот просто скользит, и поэтому он не попадает вглубь. Но когда надо прижигать всякие прыщики, мы берем на ткань и прям вдавливаем, то прыщи сразу уходят. Получается, на сколько надо? 3,5 часа. 3,5 часа, ты кондитер? Почти. Почти кондитер нам говорит. А как вы думаете, а за быстро можно сделать? Да. За 5 минут можно сделать? А за 2 минуты? А за секунду можно сделать? А я сделаю. А давайте мы сделаем не просто торт, а торт для слона, чтобы он был большой и длинный. Давайте. Ну что, мы готовим мизинчики. Как только мы приготовим тортик мизинчиками, наш тортик можно будет коснуться. Ну что? Готовы? 3. Заливай. 2, 1 и... Мизички готовы, мизичком. Вот, азот делает 2 шага назад, и выходят те, кто хотел бы мыльный пузырик получить. С помощью азота малыши выходят вперед, кто хочет получить мыльный пузырик, а большие, кто хочет себе чуть-чуть назад почти сделали шаг. Огромен, у кого больше всех шаг? Назад сделали шаг. 3, 2, 1. Маленький взрыв для маленьких ребят посмотреть. Для маленьких ребят Маленькие малышки у нас смотрят. Руку туда не ложим, туда руку не ложим. Так, и складываем ручки внутрь. И переходим к большим взрывам, да? Так. Ты посмотрела? Страшно? Да, страшно, конечно. Конечно, если что-то взорвалось, и все, подумаешь. Микки Маус, доставай большой контейнер, будем сейчас взрывать для взрослых. Мы нальем чемодан кипятка. Чемодан азота и как? Пахнем! Пахнем так, что дождем. Даем обратный отчет. Сколько за секунда появления двух? 10? Ну что, давайте обратно отчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Может, еще побольше нальем азота? Побольше нальем? Да. Итак. 3, 2, 1. Можно загадать, только туда ручки не светим. Так, вы же не знаете, что там, вдруг там крокозябра какая-нибудь. Да какая крокозябра, я там сижу. Да, маленькие уже делали взрыв, поэтому сейчас большие. Так, ноги не щипят, просто смотрите, а за ног все пропустил. Да? Вот и я жгусь. Она скатывается все. Как идти в магазин? Нет, всем по одному разочку. А он второй раз делает? Я не видела. У него руки горячие, поэтому он второй раз делает. Потому что я не видела его до этого. Вот так расширяет. Не сосиски, а вот так. Итак, первый подарочек для каждого из ребят, кто ходит в школу. Расписание уроков от Микки Минни Маус и вашего чудесного дворя. Как паровозик мы оставляем, мы не идем толпой. Паровозик остается. Паровозиком еще раз. Так, теперь ко мне сразу все, кто хочет сладкий. И ко мне. Сладкие хотите? Да?
будешь петь, я пять. Пятью пять, двадцать пять, пятью пять, двадцать пять. Совершенно верно, дважды два четыре, дважды два четыре. Это всем известно в целом мире. Дважды два четыре, дважды два четыре.